Вот как перчики подтянулись. Тянутся, тянутся, подрастают плодики. А вот как помидорки вытянулись. Зеленые еще раз тут. Огурчики тянутся по веревочкам. Вот такие вот дела. Здесь они стянутся вот по этой сеточке. Да, вот он там идет. Маленький, маленький. Вот. Огурчик растет. Вон их сколько здесь завязалось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, много на этом кусту огурцов. На следующих тоже. Друзья, всем привет. В общем, вчера вечером, поздно вечером, я пробовал сделать прямую трансляцию с Ютуба, потом с Контакта. Но у меня ничего не получилось. Некоторые люди пытались что-то написать, что меня не слышно, не видно. Но, к сожалению, в общем, видеокодер, который должен работать в Контакте, в Ютубе, он моей системой компьютер не поддерживается, в телефоне тоже не поддерживается. Видимо, у меня уже все старое. Компьютер вообще древний. Телефон, система тоже не поддерживает. Пытался обновить систему. Короче, все равно не поддерживает. Не знаю. Не получилось, в общем, у меня выйти. Но, что интересно, в соцсети Одноклассников я все-таки вышел через веб-камеру на компьютере в прямой эфир. Качество, конечно, не очень, потому что веб-камера, она плохого качества. Но, тем не менее, все-таки мне удалось выйти. Поэтому, может быть, буду пробовать выходить в прямую трансляцию через Одноклассники. Поэтому, друзья, если только буду выходить, конечно, заранее я предупрежду всех, кто желает. Ну, так, поэтому те, кто пытался со мной написать мне что-то в трансляции, выйти там на связь через сообщение, не серчайте, потому что это только я пытался, только пробовал, но у меня ничего так и не получилось. Нужно обновлять и систему, нужно обновлять и компьютер, и, в общем, пока приходится не в онлайн режиме действовать, а в офлайн режиме. Поэтому сейчас пишу эту запись, загружу ее на компьютер и только таким способом пока выходить в эфир. Вот. Ну вот, такое вот коротенькое, так сказать, информационное видео. На этом все. До следующих встреч, в следующем видео. Пока.